Матвей, Марк, Николай, Иван, молите Бога о нас. Господи, у них честь отца правителя мира. Владимира, Владимира, Рамзана, Устам, Ресура, Александра, Катарина, Донга, Анжелу и других. И да продлится еще мир на земле. Дай нам, Господи, священника, место для занятий. И определи нашу участь, как тебе угодно. Господи Боже наш, слава тебе. Точно то. Правильно говорите. То есть он сам про себя говорит, я Господь. Господь не это, как сказать, он да, пророк последний. Пророк-то это понятно, да. Согласен с этим. Скажу, что пророк, но он еще и сказал. Это где сказал? Евангелие, это Иоанн. Да на какой книге? 12 глава. Придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на этот день, и остави нам долги наши, как и мы оставляем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Аминь. Давай. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бы ответа недоумеющий. Сиюте молитвы, у кого отдается грешный, приносит, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Господи, помилуй нас, на Тебя Бог плаху, не прогнивайся на мы зело, ниже помяни беззаконие наших. Но призри и ныне яко благоутробен, и избавены от враг наших. Ты бы, если Бог нашему, люди Твои, все дела руку Твою, имя Твое призывали.